Десятка самых-самых. Наш новый ежемесячный произвольный топ на самые разные игровые темы. Десятка – это повод вспомнить самые знаковые моменты истории видеоигр. Десятка – еще одна причина смахнуть ностальгическую слезу по былым временам. Десятка – отличный шанс узнать, что нечто важное в жизни уже было упущено. Все когда-нибудь подходит к концу. А уж в фильме, книге или не лишенной сюжета видеоигре финал вообще едва ли не самая важная часть. Хорошая концовка может превратить посредственную игру в хорошую, а хорошую — в великую. И точно так же скверный финальный аккорд запросто сводит на нет все усилия сценаристов, портя прекрасную увлекательную историю, делая ее пресной и скучной. Это как собраться чихнуть и вдруг понять, что организм неожиданно передумал. Вроде бы и бог с ним, но так обидно. В первом выпуске новой рубрики «Десятка» мы вспоминаем самые запоминающиеся и душещипательные, самые грандиозные и восхитительные игровые концовки на свете. Те, что глубже всего запали нам в души. Те, что сильнее других повлияли на нас и превратили в тех ценителей игрового искусства, которыми мы являемся сегодня. Внимание! Опасайтесь спойлеров! Всякий труд должен быть вознагражден. Даже если это работа по спасению жителей подземного бункера, который со всех сторон окружает выжженная ядерной войной пустыня, по которой можно брести месяц и не встретить ни одного человека. Поэтому все, кто играл в Fallout, наверняка запомнили концовку. И награду, которой удостоили героя благодарные обитатели бункера в лице своего лидера. Где красная дорожка? Где дожидающаяся нас прекрасная юница? Где, наконец, богатство, слава, почет? Все эти вопросы непременно задавал себе каждый игрок в Fallout. Ведь ничего этого в итоге он так и не получил. Ты спас нас всех, а теперь ступай-ка вон. Еще не хватало, чтобы дети, на тебя насмотревшись, полезли наверх, подытожил глава бункера. You've saved all our lives. Who knows? Maybe even save the human race. Everyone will want to talk to you. Every youngster will look up to you and want to emulate you. And then what? They'll want to leave. What happens to the vault if we lose the best of a generation? What if we are the only safe place in the world? You just gave us back all these lives. I can't take the chance of losing them. I'm sorry. You're a hero. And you have to leave. А как же драгоценный чип для системы очистки воды, за которым мы гонялись по всей пустоши? Как же, в конце концов, оставленная нами орда супермутантов, которая была готова смести с лица земли все человечество и превратить в людей в таких же огромных, злобных, тупых уродов, какими были они сами? К чему все труды, бессонные ночи, тяжелые ранения, обретенные и потерянные в бою друзья, не кстати подхваченная лучевая болезнь? Неужели мы корячились ради того, чтобы быть изгнанными из родного дома? Примерно такие мысли проносятся в голове у игрока, пока по экрану ползут финальные титры. Наверное, ни одна игра на свете так больно не щелкала нас по носу, и мы не можем не уважать ее за наглость и верность главному принципу постапокалиптического мира — человек человеку, волк. When you are all alone.